Солнышко пригреет лучиком, не пускай, поможет прудиком. Это Старший лейтенант Самойлов. Я. Выйди из строя. Есть. Товарищи, возьми и заходите. Хорошо, что на вашу работу. Позвольте, пожалуйста, пройти. Ухода нашего товарища. Константина. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! Поздравляю вас с 317-й годовщиной образования морской пехоты! Ура! 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 Вольно! Вольно! Братишки, предлагаю возложить цветы памятнику Героя Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову. Этот человек возглавил, скажем, и образовал из штрафников в 1941 году образовал Балтийский полк морских пехотинцев. Чем тоже братишек наших. Потом выдвигаемся на набережную. Какие есть предложения по этому поводу? Можете высказать. Разрешите. Сегодня на нашем
можно так сказать, празднику присутствует два представителя от российского исторического, военного российского исторического общества. Это заместитель председателя Курбатов Алексей Викторович и руководитель потому что действительно любимое детище Петра I, морская пехота, была создана 317 лет назад. От имени, могу сказать, от имени педагогического коллектива спасибо вам за то, что вы есть с кого брать пример нашей молодежи. Есть с кого брать пример и быть такими же, как они в будущем, как вы в будущем. Хочется вручить также почетные грамоты представителям вашей организации морских пехотинцев. Это прежде всего, он здесь с нами не присутствует, потому что это представитель Карачанской организации. Это Акимшину Сергею Федоровичу, команду. Председателя Сараскольского местного отделения рядом в морской пехоте. Спасибо. И также за оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции Подьянову Сергею Геннадьевичу. Слово предоставляется Константину Анатольевичу Нечаеву, представителю бессмертного полка. Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Мы все знаем наше движение. Каждый год 9 мая мы идем в едином строю в шествии, посвященному героическому подвигу наших великих предков, которые победили Великую Отечественную войну. Мы продолжатели дел наших прекрасных отцов, дедов, прадедов. Я пришел сюда, потому что пригласил меня, во-первых, Роман, во-вторых, по зову сердца. Я считаю, что вы прекрасные наследники наших победителей. Значит, у нас подготовлена благодарственная грамота для Романа и для других участников вашей организации. Они будут переданы чуть позже. А теперь я хочу просто поздравить вас с праздником, с Днем морской пехоты. Еще напомню, что сегодня День Матери. Вот так прекрасно совпадает вот эти два дня, заставляет о многом забыть. Праздником! Спасибо! Спасибо. Спасибо. Ура! 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 С праздником, Костя, покойся с миром. Царствие тебе небесное. Построимся сейчас, возможно, цветочки, да? А потом смонтируем план. Команда, ты председатель. Костян уже давно с командой. Мы же одним этим самым. Вы не переживайте, самое главное. Ну, мы от нас от всех. Все нормально. Команда остановить золото. Ровняй, смирно, вольно. Так, друзья мои, сегодня мы
чтим память нашего ушедшего брата Константина, который отдал свою жизнь за то, что мы бы с вами здесь могли спокойно жить, есть и спать, охранять наши семьи, ходить на работу, вот, любить наших жен, матерей, подруг и так далее. Вот. Что хочу сказать. Костя был замечательным отцом, отличным другом. Вот. Очень жаль, что такие хорошие парни так рано от нас уходят. Но, к сожалению, так сложилась судьба. Давайте возложим цветы и отдадим должное этому молодому, красивому, который мог бы еще много отдать стране, семье и так далее, человеку. Покойся с миром, брат. Царство тебе небесное, земля тебе. Сначала все хорошо, отлично. Все, нет, все нормально. Это вечная проблема. Я 22 года строю. Я 3 года строю. Под тебя все начало, брата. Ну я приехал, чтобы не и мы так же. Так, ну а что, нам еще давно надо было подходить. О, да, все. Все. Все, все сборы. Подождите. А, нет, я не вахну. Вот здесь с Костей я последний раз виделся, как раз летом. Мы с ним здесь последний раз виделись. Нет,
обманываю. А, да, здесь, перед этим мы с ним виделись, мы якорь хотели покрасить, я заезжал к нему за краской. И 27 июля мы с ним заселились, вот там вместе построились, вот тут вышли, потом вот тут фотографируюсь с матросы, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, адмиралы, генералы. Сегодня у вас замечательный праздник. 317-я годовщина. Значит, предлагаю почтить память ушедших от нас. Безвременно ушедших от наших братьев, которые сейчас продолжаются в зоне СПО. Вот. Те, которые ушли, защищая нашу любимую родину, нашу Россию. Те бойцы, которые ушли ранее, там, Великую Отечественную войну, войну с Наполеоном, там, и так далее, и тому подобное. Все это наши люди. Те, которые защищали нашу родину. Вот. Наша с вами задача — это все через себя и передать это все нашим детям, чтобы они так же само чтили и помнили своих предков. Вот. Так же само с мечом в руках защищали страну от супостата. Вечная память ушедшим, и будем их чтить еще раз. Спасибо.
всегда сейчас на видео.